Итак, друзья, на столичной выставке Комтранс-2021 состоялась презентация нескольких моделей группы ГАЗ. Для начала показали городской автобус Валдай-Сити, затем два новых современных автобуса E-City Max 12 и E-City Max 9, а также Соболь NN. Как оказалось, автомобиль до сих пор представляют в предсерийной версии. Соболь NN максимально похож с компактной газелью. Именно с ней произведена максимальная унификация. Спереди подвеска независимая, а задний мост по-прежнему на рессорах, но, как и сообщалось ранее, сзади колеса односкатные. Линейка новых моделей Соболь будет состоять из фургона, микроавтобуса и грузопассажирского автомобиля. Именно грузопассажирский и был показан на выставке. Длина всех моделей будет 5 метров 12 сантиметров, а высота будет зависеть от исполнения. Внутренний объем кузова грузовых вариаций будет трех вариантов: 6,9 кубометров, 7,7 и 9,2. Максимальная полная масса составит 3,5 тонны, но на выбор будет предлагаться и 2,5 тонная версия. В салоне новинки установлена уже всем известная новая передняя панель, как и на других ранее представленных моделях NN. Как и все опции, переехали в Соболь NN. Большой экран мультимедийной системы, панель приборов с цветным экраном, электронный стояночный тормоз и кнопка запуска двигателя. Стало известно и о моторах. Остался всем известный дизельный мотор 2.8 Cummins мощностью 150 лошадиных сил, но в будущем обещают добавить и 2-литровый бензиновый агрегат EvoTech. Трансмиссия будет только одна, шестиступенчатая механик. А вот устанавливать автомат компания не рассматривает даже в планах. Также сообщили, что будут и полноприводные версии, но до конвейера это все доберется только в 2022 году. Что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях под видео.